В этом видео мы рассмотрим 4 игрушки для собак средних пород. Животные – это не роботы, которых можно просто выключить на время, поэтому предоставленные сами себе, они начинают развлекаться как умеют. Собаки, например, неплохо умеют разбирать на части мебель и грызть вашу новую обувь. Предложите вашему питомцу замену. Оставьте интересную игрушку, которая могла бы занять его на время вашего отсутствия. Активным собакам явно недостаточно 15-минутной пешей прогулки по району утром и вечером. Берите подходящую игрушку и устраивайте активные игры со своим четвероногим любимцем. Для таких игр идеально подходят мячики, гантельки, канатики и резиновые игрушки в виде животных. Важнейшая задача любой игры с собакой – это поддержание контакта с хозяином. Правильная игра способствует установлению нужных вам иерархических взаимоотношений с собакой, не подавляя ее при этом. Игрушки помогут собаке освоиться в новом для нее месте и быстрее принять мысль о том, что теперь ее новый хозяин – это вы. И помните, никакие игрушки для собак не заменят вашему питомцу общение с хозяином. Собаке нужно уделять внимание, а игрушки использовать только как дополнительное развлечение.